Слышь, молодой, ты чё ему? Тебе когда бабки сказали отдать? На меня смотри. Чё, думаешь, карточки поменял самый умный, что ли, а? Слышь ты, моих людей так-то кидаешь. Звони брату, решайте что-нибудь. До завтра срок был у тебя, а завтра уже сегодня наступило. Так-то, на время посмотри, понял, да? Не мороси, бля. До завтра решайте с братишкой, эй. А нам своим передать, пусть попроще будет.